Приветствую всех автолюбителей Mercedes-Benz. Некоторые мастера в таком смысле говорят, что заводское масло в дифференциале нельзя менять, так как уже дифференциал будет гудеть. Сейчас, в данный момент, месяц январь, Баку, Азербайджан. Мы с моим другом-мастером будем менять масло в дифференциале. Имея в виду, масло, которое там находится, имеет пробег 300 тысяч километров. Начинаем. Посмотрим, оттуда вообще-то масло выйдет или нет. Первый черед по виду, по внешности масло отработанное дифференциалом. Например, я так думаю, и через некоторое время мастер тоже свое слово скажет. Имея в виду Mercedes C180. Не знаю, у них кодировка бывает на заднем мосту или нет. Вот, масло такого цвета вышло. И, кстати, я меняю в машине все масла, которые нужны, фирмой Liqui Moly. Я доверяю им очень. Кстати, я даже Liqui Moly Molygen использую как моторное масло. На заводском расходы топлива написано городской цикл 11,5 литра, 12. После заливки молигена, Liqui Moly, расход топлива уменьшилось на 10 литров. И за это приветствую фирму Liqui Moly. Это не реклама, это реальность. Так, представляю вам дифференциальное масло вязкости 75W-140 Liqui Moly, от фирмы Liqui Moly. Сейчас будет доливка, замена масла точнее. Как говорится в детском саду, сперва закрываем пробку. Посмотрим дифференциал Мерседеса после замены масла, как будет гудеть или не гудеть. Вообще-то он не гудел, вот так скажем. Там чуть-чуть что-то было. Ну, впрочем, мы у немцев многое просим, так как машине 21 год исполнилось. А мы просим многое от этой машины, что... Зачем это так? Зачем? Вот, к вашему сведению, цвет, окраска заднего глушителя, она еще стоит. Немецкое качество. Доливка масла. Да, вот там цвет уже другой. Дифференциал сам по себе чистый, пока что пятен масла не видно, но в дальнейшем посмотрим, как будет. И мне интересно один момент, здесь я, как так мотор у меня 1.8, здесь я в системе глушителя катализатора не вижу. Вот мне тоже, всем автолюбителям я обращаюсь. Здесь я катализатора абсолютно не вижу. Никакой проводки, ничего. Со временем чуть-чуть там были дырочки. Эти
дырочки отремонтировали, и все. Все с этикетом Mercedes-Benz. Качество, которое вышло из дифференциала, вот такая у нас качество масла. Видно, что она уже прогорела в свое время. Ну, не знаю там, какая марка, бывший хозяин там туда ликвимоли или какую-то марку долил, не знаю. Вот это естественное качество, которое вышло из заднего дифференциала. Остальное масло доливаем на шприц. Вот. Цвет масла сейчас в свете посмотрим. Ликвимоли. Масло заднего дифференциала маркой 75W140. Самой сильной вязкости. Самое главное, отечественные инструменты у нас есть. Так что, как говорится, автомобильная медицина не бессильна. Значит, еще пойдет, да, туда? Да. Вот. Как самый высшего сорта мед, так говорим мы, на качественное масло. Мед первого сорта. Наша замена масла закончилась. Через неделю будет результат. Мне кажется, максимум через неделю мы узнаем, какое воздействие было на этом масле. Спасибо за внимание. Те, кто смотрел нашу замену масла.